Несколько часов назад полиция задержала активиста, главу общественного фронта Демьяна Ганула. Моя коллега Диана Хрущева находится возле Малиновского райотдела полиции. У нее подробности. Добрый вечер, студия. Мы действительно находимся на улице Филатова. В этом здании, отделении полиции, находится Демьян Ганул. Его задержали несколько часов назад. По словам соратников, прямо посреди улицы, когда он шел по своим делам, ему вменяют две статьи. Это хулиганство, а также нанесение телесных повреждений работнику правоохранительных органов. На данный момент возле здания полиции собрались активисты ряда организаций. Это тот же уличный фронт, Автомайдан, Свобода и другие общественники, которые пришли поддержать своего соратника и не допустить, чтобы его отправили в СИЗО под стражу. Нам удалось пообщаться со следователем. Он утверждает, что Демьян просто приглашен на беседу, и никто не собирается его задерживать и оставлять под стражей. Только что представитель Автомайдана, а также адвокат прошли к Ганулу. Адвокат пытался пройти, вначале его не пускали, поскольку якобы он не заключил договор с человеком, которого подозревают, но впоследствии под, скажем, натиском активистов его пустили. Также правоохранители не называют фамилию полицейского, на которого якобы напал Ганул. Ну и вот в ближайшее время, по информации общественников, его должны выпустить. Мы будем продолжать за развитием событий следить, находиться на месте и обязательно будем вас информировать. Студия.